Ребятульчики, всем привет! У меня сегодня мукбанг и рассказываю. Залила слабосоленую скумбрию, малосольные огурчики домашние, домашняя морковочка с майонезиком и с чесночком. Потом у меня уже сюда все не вместилось, пловик. Чуть-чуть, не знаю, буду его или есть, не знаю. Черный хлебушек и картофельный драник. Наташа, ты не лопнешь? Нет, не лопну. Вот, и по традиции кофе. Так, попробуем. Пловик с мясом. Буду, да, потому что ничего не помещается. Не могу никак приспособиться. Огурцы вкусные, хрустящие. Блин, тут мухи летают на летней кухне. Драники. Бабушка готовится. Утром пожарила эти драники. Картофельные. Буду как-то так. Всего по чуть-чуть. Сейчас я пока делаю себе маникюр такой. Это после моря. Сама солила я вам. В предыдущем мукбанге роллы суши, я вам говорила рецепт, как я солю. Вкусняшка. Вы что, вкусно все? Морковочка. Кстати, со своего все огорода, кроме рыбы и плова. Морковка своя уже домашняя выросла. Сочная, сладкая. Я забыла, у нас сегодня танцы. Ну ладно. Я сейчас чеснока нарублюсь. Вкусная рыба получилась. Обопьюсь. Вкусно. Что-то я всего-всего. Нагуляла аппетит. Макс тоже хорошо кушает. Ну в чем? Бабушка тоже по рыбке. Возьми черный хлебушек. Может еще? Нет.
Вкусно. Рыба вообще обалденная. Угу. Вот так вот. Есть, есть. Пусть завидуют. Что-то я с пловом погорячилась. Не хочу. Вкусно. Нет слов. Скумбрия — жирная рыба. Не знаю, сюда буду кидать все. Вчера был праздник. День ВДВ. И у нас сейчас рейды начнутся по Белгороду. Пьяных вылавливают. Стояли сегодня, ехал утром. Стояли гаишники. Я кошку кого-то увидела. Муху, что ли? Что там, Бусь? Что? Лови. Лови муху. Кто там ползает? Драня. Кого она там увидела? Буся, не пугай меня. Знаете, что я очень боюсь мышей? Она так подозрительно туда смотрит, может, там мышка. Я вообще сейчас подскочу тогда. И все это полетит у меня. Буся, лови. Хас. Муха, наверное. Так шумит. Морозильная камера работает. Сейчас же все. Закрутки. Закупорки. На зиму заготовки. Ягоды. Ничего. Все морозят. Все закрывают. У нас семья большая. Кушать все хотят, поэтому я думала мукбан снимать, рыбка и пиво. У меня не получается. Пиво я могу выпить только вечером. А вечером я уже рыбу не ем, на ночь глядя. Опухшая ложится. Не хочу.
Бусь, уйди оттуда, мне страшно. Она ждет, что-то там сидит. Походу, я плов не буду. Не знаю. Драник надо есть. Макс со сметаной наелся. Вы любите драники картофельные? Иногда на людей посмотришь так, что они кушают в мукбанках. Думаешь, я бы тоже вот именно это сейчас бы и съел бы. Но помидоры еще свои. А я только рассказываю про закупорки. Что сейчас идет сезон заготовок. У нас бабушка делает очень много. И почти все съедается. А еще когда приезжает моя мама, то это все. Хана. Помидоров нет. Ни одной банки. Она за раз садится и съедает всю банку в обед. Может утром позавтракать помидорами. Ну так. Поэтому приходится делать много. Перчик. Горошка. А рыба, правда, шикарная. Наверное, последнюю вот эту доем. Ушла. Мухи налетели. Погода странная. На солнце жарко, а в тени прям так холодно вообще. Да, Максим? Угу. Ну все, скоро осень. Морковочка вкусная. Осталось два кусочка. Положу их обратно в банку. Потом, может, бабушка еще поест.
А я пловика чуть-чуть. Не хочу. Как не хотела, так и не хочу. Кстати, вот эти огурцы, знаете, какой сок? Их называют по-разному. Огурцы дракон, китайские огурцы, какая-то там змея. Уже мои вот такие длинные. Это меня угостила Ольга, подруга моя. Вкусные, хрустящие. Кофе. Такой у меня получился мукбанг. Вкусный. Слива еще целое ведро. Желтое, вкусное. Все, ребятки. Приятного мне было аппетита. Было очень все вкусно. Вот. Топ 100. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за просмотр. Мне очень приятно. И кому понравилось, ставим пальчики вверх. Всем пока-пока. Я вас всех люблю. Пока-пока.